Новый год – время добрых дел. Волонтеры из гимназии «Интерес» провели праздничную акцию в детском отделении Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Что же приготовили для пациентов школьники, узнавала наша съемочная группа. С Новым годом! С Новым годом! В канун Нового года эти ребята по разным причинам не дома. Однако волонтеры из 16-й гимназии решили восполнить им недостатки болезней. Устроили пациентам настоящий праздник. Нашел что-нибудь интересненькое? Да. С Новым годом! Спасибо! Одной из самых юных пациентов, малышки Саши, сегодня определенно повезло. Ей презентовали символ Нового года – игрушечную собаку. А Ира несказанно рада подаренной машине со сладостями, ведь ей их разрешают только в праздник. Я очень люблю конфеты и хорошо, что ко мне пришли Снегурочка и Дед Мороз. В детском отделении Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах лежат ребята разных возрастов. Гимназисты из «Интереса», они же сказочные герои, показали им новогоднее представление. Водили хороводы, играли в игры, загадывали загадки. В общем, сделали все, чтобы пациенты ощутили себя здоровыми и счастливыми. Инициатор праздника – волонтер Валентина. Девочка учится в медицинском классе. И кому как не ей знать, как это новогоднее чудо было нужно малышам. Так ребята не только готовили творческие номера, но и сами собрали 89 подарков. Я летом в этой больнице проходила практику. И на самом деле, когда проникаешься этой атмосферой, очень захотелось мне помочь. У меня сразу пришла эта идея Новый год организовать в этой больнице. Гимназии номер 16 около 80 волонтеров. Они работают по разным направлениям. Сразу после праздников школьники приступят к новому доброму делу – акции «Коробка храбрости». В рамках нее они соберут игрушки для пациентов детского онкологического центра в Балашихе. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.